Мы приехали в деревню Япония. Это Черногория, вы не поверите, но у нас есть такая деревня. Речка горная, мужики пивасик пьют. Ну, все как положено, в общем. Не успели мы заехать в Японию, как нам перегородила дорогу вот эта вот советская машина. А вообще тут мило, вы знаете. Люди немножко живут. Огород виден. Ведь сапоги стоят, двери там открыты. Красивые горы к снегу. Приехали вот в один домик. Деревня Япония нас приняла одна семья. Смотрите, какой у них огород. Выращивают и картошку, и фасолью. Смотрите, какая картошка большая. А, есть свои куры, есть свои овцы, коровы. И сейчас хозяйка пошла в горы вместе с животными пасти их на луга. Вот, они называют стока. Вот тут вот животных домашних, да? Девчонка мне решила показать старый дом. Вот смотрите, какая архитектура старинная. Интересно. Кравы. Опасан? Продали? Само продали. Ага, окей. Продали они вас велика, али маму само малого батика. Значит, ту живе? Ту сиви. Угу. Он само плати. Мы смо само са, папа са смо мило дилу на тела наса. Собу се мой батяк, Йованово теле се сове Суя, а Бояно се сове Сайоня. Это она рассказывает, как корову звали. Или зовут. Да, да. Угу. Что это там горы? Они горы? Угу. То Боянич. Ох, какой петух у вас. Ну, то Боянич. Боянич? Yes. Угу. Нико тут не сиви. Ова е дедовуева куча. Дедова куча? Да. А вот доли наша куча. Угу. Значит, деда живе ту или не живе? Да. Живе? Сиви оде, а у нам уголь сиви. Короче, живет тут дед у них. Да. Он кастовац, яблоки. Она рассказывает, что у них есть все посаженное, они все едят свое. Кастовац это огурец, яблоко это вот яблоня, есть у них и груша. А ягоды не посадили? Понизь, и лубеницу посадили. Да, посадили. Они даже арбуз посадили, представляете? Да. А добра ли клима за лубеницу? Не хладно. Не хладно. Она баста, по-моему, поставим ботов до солети. Она говорит, что надо поставить там в холод, или не знаю, в лед, да, чтобы она охладилась. В общем, в источник, может, какой-то там воды. Ali je tu jabuke rastu baš dobro.